Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Дарт. Это еще одна серия по забегам, по ARK Survival Load. Ребята, мы приручили Дилофозавра. Вот он, beautiful, как бы сказал Best in Slot. Вот он, стоит зеленый красавчик, просто прелесть. Как его приручать, это... Ну, чувак, ну что ты валишь-то? Я еще не договорил. Как его приручать? Это просто, значит, берете в руки свои, то есть кулаки, бьете любого дилофозавра и отправляете его в нокаут, он отрубается. Тут же ложите ему примерно 20 кусков мяса и наркоберри. Это такие, как бы, эти ягодки. Сейчас я вам их покажу. Вот это ягодки. Они нужны для приручения. 25 шкур. О, отлично. Я стырю своего братана тут. Сделаю себе кровать. Так, скоро у меня футболка придет в негодность. Что можно сделать? Отлично, кровать я себе сделал. Это значит, что все сейчас, все, что я накопил, я возрожду здесь. Ящик я специально поставил, чтобы туда все складывать. Но все же кровать тоже нужна. Она, к сожалению, одноразовая. Скажем так, до многоразовой. Мне еще качаться и качаться. Так, ну вот я, пожалуй, здесь поставлю свою кровать. А, да, кстати, мы построили дом. Отлично. Построили дом. Так, чувак, ты идешь за мной? Да, вот он идет. Отлично. Так. Я не понимаю, что он там говорит. Мне нужно доделать крышу. Для этого нужны фиберы, дерево и кора. Этим я и предлагаю заняться в этой серии. А возможно, также успеем сходить на охоту с нашим новым братком. Только надо будет прокачать, ну не прокачать, а сделать несколько копий. Потому что если идти на черепаху, черепаха она мощная. Поэтому надо несколько копий сделать. Что еще примечательно, то что вот мы стояли около своей базы, у нас, как видите, домик на озере, можно так выразиться. Вот, и на нас решил напасть динозух. Но вы не поверите, наш дилофозавр, он его ушатал просто. Просто ушатал реально. Я в него два копья всадил, а дилофозавр его стоял грыз. И потом написано было, что типа дилофозавр загрыз динозух. Это было вообще прикольно просто. Так, я ничего не вижу. Так, вот еще деревце. Я ушел, кстати, с другого сервера, на котором до этого качался, был там более прокачанный, примерно 11 уровня, потому что там постоянно глючило и выкидывало. Так, сколько мне до копья? А, флинт надо еще. Окей. Вот, для копья. Так, вот, ушел, потому что глючило. На этом немного здесь FPS скачет, а в остальном это нормальный такой серв. Так, надо еще несколько флинтов, чтобы несколько копий сразу сделать. Ой, это я не специально. Вот. Этим я и предлагаю заняться. Черепах тут хоть попой ешь. Каждый метр. Так, вот, отлично, сломался. Как раз хотел его доломать. Так, все. Чинись, братан. Так, а я пока пойду просто что-нибудь собираю. Вот как раз дерево. Мне сейчас дерево надо. Если я его слышу, значит он где-то за мной бегает. А, это этот. А, не, вот ты. Вот ты красавчик какой. Так, давайте посмотрим. Тут что-то вот за кем следовать. Unclaim. Это, видимо, отпустить. Поменять имя, инвентарь. Его нужно мясом кормить. Это значит назначить его агрессивным. Или вот я его назначил пассивным, чтобы он просто так ни на кого не нападал, не агрился. А то еще проблем доставит. Так, ну примерно одно копье готово. Так, мне нужно как минимум три копья.
Мне есть все, нужно только дерево. Дерево, дерево, вот оно. Вот у нас дерево. Ой, я голодный. Быстрее что-нибудь поесть. Так, это не то. Это седло там он делает. Так, ну думаю, пока что хватит. Собираю пока еще, что мне это надо. Теперь я, чё, теперь я обезвожен. Прелестно. Эта игра только и делает, что радует меня. Только и делает, что радует. И, кстати, этот дилофазавр будет меня даже в воде преследовать. Он дилофазавру будку поставил, отлично, значит, не придется по новой приручать. Вот видите, он же не идет. Дилофазавр умеет плавать, да. Так, нужно дерево, дерево, дерево. Мне как минимум еще 2 копья сделать. И в охоту пойдем на... На-на-на, кого же мы пойдем? На черепашку какую-нибудь. Уровень там невысокий, чтобы у нее был. Иначе проблемно будет. Крышу еще сделаю. Одну. И вот как раз копье. Отлично, можно возвращаться, все ставить. Крыши надо много, поэтому давайте-ка, может, еще несколько крыш сделаем. Там, по-моему, для них нужна кора. Как-то странно, даже звука удара не было. О, это я понимаю. Отлично. Отлично. Так, думаю, кора у меня... Ой, крыша у меня в кармане. Может, даже еще одно копье сделаем, кто знает. Да, давайте еще одно копье. И крышу. Ой, еще даже получится. Классно. Все, возвращаемся к нам на базу. Попутно собирая фибер и ягоды тоже, чтобы с голоду не умереть. Когда что-то крафтится, бегать нельзя, к сожалению, поэтому я так медленно шел. Он там увидел какой-то луч в лесу, я его тоже видел, но он просто, видимо, недавно играет, он такой весь, ааа, луч. Я просто на это внимание не обращаю, просто понимаю, что это пойти там что-то исследовать, это низковато у меня уровень, да и брони соответствующей нет. Так, ну все, сейчас можно приготовиться идти в охоту на черепаху. Фигеров вот дофига у меня их. Чё встал? А, да, кстати, давайте-ка я вам покажу. Значит, я 9 уровень. Деревня называется Карусант. Ну, собственно говоря, Аждарцидиус. Вот я тут здоровье прокачал. Вот немного вот, вот все помаленьку пока что, потому что уровень невысокий, да и особо-то не знаешь, что и качать. Наверное, только здоровье, да и стамину. Ну, еще
от обезвоживания и вот еще что-нибудь такое. Чтобы как можно дольше отходить от воды, допустим, или еще чего. Ну, у меня флягу я себе сделал. То есть можно набрать. Без воды я продержусь, а вот без еды вряд ли. Так, вот эта будка. Только как он туда будет входить, я не знаю. Он пошутил, что ли? А, нет, посмотри-ка. Ну-ка, как тебя туда загнать? Иди сюда. Давай еще вот так посвистим. А, вот это сброс, да, идет? Понятно. Вот заходи туда, там, не лог. Заходи сюда. Блин, как я сюда загнать? Нет. Ой. Victim Item Collection. Не знаю, вряд ли это надо. Ну и без понятия, что с ним делать. Так, вот у нас лачуга такая. Пока что. Постепенно, ребята, отстраиваемся постепенно. Так. Камешки пусть пока лежат у меня. Ягоды эти пусть вот сюда идут, кстати. Так, чтобы еще положить. Ну, собственно говоря, пока ничего сюда положить не буду. Так, все, ждем нашего этого братана, идем на охотку, потому что я один даже с дилофазавром, думаю, вряд ли справлюсь, а вместе у нас урона-то больше мы сможем нанести, поэтому куда он убежал? У дилофазавра звуки как у обезьяны какой-то, но это все равно круто смотрится. Ладно, пошел. К мосту надо идти, да? Ну ладно, побежали. Здесь очень полно ресурсов. Полно ресурсов, поэтому я и решил здесь домик поставить. Так. Он, видимо, хочет своего приручить. Поэтому попросил принести наркоберри. Он, видимо, задумал прозуролофа приручить. Но я, если честно, думаю, что у него это вряд ли получится, что он сразу убежит. Или что-то другое задумал. Я не знаю. Может, вот тот, который убегает от него. Или стегозавра, да ладно. Так, этот бежит за нами. Да, успевает, отлично.
Так, ну и что ты задумал? А, Фиомию ты грохнул, что ли? Ну ничего себе ты. Блин, я копье потратил. Чё он собрался с ним сделать? Так, ладно. Ну вот, ребята, вот стегозавр вблизи. Вот, вот, пожалуйста. Так, лучше убрать копье из слота, чтобы случайно не начать бой. Но если честно, я думаю, что дилофазавр справится. Ну да, здоровый, конечно. Слишком даже огромный. Может, тебя? Ну-ка, дилофазавр за него бежит? Да сейчас, делать ему ничего больше. Побежит. Ой, я не знаю, что он к этой Фиомии прикопался. О, а? Что ты тут бегаешь? А, ну ладно, хрен тебя догонишь, если честно. Ладно, я, если честно, не собираюсь тут какую-то Фиомию. Приручать какую-то. Офигеть. Фазаврик. Ой-ой-ой, я не специально. Так, аксесс инвентарь. Мяса у тебя дофига, братан, поэтому я тебе пока ничего не дам. Обойдешься. Слышите этот звук? Это он за мной бежит. По воде. Так, ну думаю, пока ничего такого особо делать не буду. И я где просто иду сразу. Прибавляется. О, вижу еще. Вон он, за паразуролофом бежит. Так, ладно. Придется, видимо, самому, да? Отлично, вот, допустим, ребята, вот так мы делаем. Это мяско ему. Сюда кидаем и наши наркотики, скажем так. Все.
Так, ну вот для каждого мы тут накидали. Так, что это? А, нафиг они мне реально тоже нужны. Накидали тут. То есть у нас сейчас у каждого будет дилофазавр. Это, по-моему, шикарно. Но я все-таки хочу сходить на охоту на черепаху. Как бы то ни было. И вот тут вот есть подобный экземпляр. Сейчас вот мы и посмотрим, сколько у него, точнее, какой он уровень. Если высокого, то нафиг надо. 20-го, нафиг надо. Против 6-го ты иногда выстоять не можем. Тут вот. Так, а вот и черепашка. У тебя какой? 11-й. Ну вот, можно попробовать. Давайте попробуем. Чё так у нас есть второй дилофазавр? Чё, я куда всадил? Черепаху всадил. Отлично, теперь бежим. Дилофазавр, кусай ее. Ты че ее не атакуешь, блин? Давай быстрее, быстрее, чем она, ты должен передвигаться. Я его на нейтральный, блин, поставил. Так. Все, жопа тебе, черепаха. Черт, я его... Блин. Класс. Долбанные черепахи. Интересно, можно ли его воскресить? Или все, капец. Ты чего встал-то? Блин. Так, все, я побежал домой. Ну вас нафиг, черепахи. Ну вот так, ребята, я и просрал своего этого дилофазавра. Ну, он был третьего уровня, если его черепаха с одного этого завалила, нафиг он не нужен. Видимо, он истратил весь свой навык на убийстве динозуха. Ну, ничего страшного. Думаю, в доме я от этой черепахи долбанной спрячусь. Так, твою мать, прыгай. Все, отлично. А, слышите, идет за мной коза вонючая. Так, ладно, камешек сюда. Кожу тоже сюда. Наркобери тоже. А, это этот, что ли, пришел? Или нет, или она тут? Ой, хрен знает. Ладно, пойдемте проведаем своего дилофазавра. Может, его можно воскресить как-то, надеюсь, на это. Там покормить или еще чего. Вот офигеть, сходил на охоту, блин. Вот если бы не вторая черепаха, я бы завалил эту ее. И все было бы отлично. Так, по-моему, я уже пробежал, да? Да, труп исчез, значит, они ее убили. Точнее, его убили. Моего Дарт Вейдера убили. Ах, все равно он был хреновый ученик. Так, ладно, будем дальше крышей заниматься. Отлично. Так, ну что ж, на этом я предлагаю закончить это видео. Сервер, на котором я играю, я напишу под видео. То есть вы возрождаетесь в южной зоне номер 1, или как она по-английски звучит, South Zone 1. Вот. Возрождаетесь, ищите мои постройки. Если сможете как-то туда залезть, пожалуйста, оставайтесь там. Но по сути здесь вот я ночевал, у меня дом был недостроен, и меня никто не убил. У меня просто пропало все, что я накопил, но я был жив.
То есть я даже не возродился в каком-то левом месте, я был просто жив, нормально было все. Вот, поэтому можете остаться около дома, потом, когда я вас приду, если что, я вас добавлю в этот, как сказать, в племя, и будем вместе дальше развиваться. Ну, это если кто хочет, это не какое-то принуждение. Ой, как хорошо, 4 сразу, да? Ну, ладно, пойду ставить. Долбанные черепахи, блин. Ненавижу их. Все равно вот я вот докачаюсь, и я все равно буду вас убивать. А может, и приручу одну. А все равно вот покруче, чем дилофазавр. Так, ну да, что ж, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения. С вами был Дарт Сидиус. По АРК пока что, знаете, такого наплыва, прям хотения прям снимать видео особого нет. Поэтому, может быть, буквально еще вот это и следующая серия по АРК. И пока что про эту игру забудем. Ну, на некоторое время, пока, если, допустим, не найдутся люди, которые будут играть вместе со мной. Вот. Перейдем на какую-нибудь там, я не знаю, игру другую. Игр-то полно же. Вот. Пока как-то так. Ну что ж, лайк, подписка. Вступайте в группу. Видимо, он приручил своего дилофазавра. Да, блин. Ну что ж, увидимся с вами в следующей серии. Ой, в следующей серии. С вами был Дарт Сидиус. Всем пока-пока-пока.